Если ты встал на путь ученого, то помни, что обрек себя на вечное искание нового, на беспокойную жизнь до гробовой доски. У каждого ученого должен быть мощный ген беспокойства. Он должен быть одержимым. Николай Иванович Вавилов, профессор в неполных 30 лет, 42 академик, президент ВосХНИЛ, член ЦИК СССР и ВЦИК, глава двух крупнейших научных институтов. Как директор, он не любил, пожалуй, единственной просьбы об отпуске. Говорил: ну что вы, мы же не на заводе работаем. Ваш покорный слуга никогда не был в отпуске, и не знаю, как бы я мог вдруг остаться без работы. Жизнь коротка, надо спешить. И вот в один из этих дней, в конце 42-го года, в пересыльный пункт или камера отдельная, нет, это отдельная камера, пожалуй, была саратовской тюрьмы. Втолкнули меня туда. Около окна сидел склонившийся седой человек. На подоконнике стопка бумаги исписанной. Обломком простого карандаша он писал. Я подошел и буквально обомлел. Это был Николай Иванович. Это был Николай Иванович Вавилов. Из выступления аспиранта Всесоюзного института растениеводства на конференции научных работников. Ленинград, 15 марта 1939 года. Нас партия вооружила кратким курсом истории ВКПБ, где ясно сказано, что все живое зависит от среды. И мы не позволим поднимать на щит лжеучения Моргана Менделя. Молодежь на это не пойдет. Возможность предвидения такого содержалась в ленинской концепции культурной революции, где звучало предупреждение, что власть взять легко, а вот управлять государством, строить его гораздо сложнее. И дальше начались тенденции, связанные с тем, что у нас, когда идеология заменила вообще все сферы человеческой деятельности, у нас должно быть свое пролетарское искусство, своя пролетарская наука, значит, физика только пролетарская, химия только пролетарская, биология только пролетарская, и экономика совершенно особая. Все занимается тем, что постепенно начинаем понимать, что все это было неверно. Но вот последствия неуважения к науке, представления о том, что наукой может заниматься любая домохозяйка, вот это мы на себе ощущаем до сих пор. У меня вообще с детства трепетное отношение к Николаю Ивановичу, поскольку моя мама родом из Саратова, бабушка моя работала в сельскохозяйственном институте вместе с Николаем Ивановичем. Вот, сидела вот так вот напротив с его женой и каждое утро наблюдала, как Николай Иванович выходил на поля. Всегда элегантный, в белом чесучевом костюме, за ним бежала толпа девочек, которые смотрели ему в рот и тщательно что-то записывали. Трудные и счастливые годы. Позади учебы в Петровской академии, стажировка в Англии, научные экспедиции в Иран и на Памир. В Саратове Вавилов пережил свой первый звездный час. Летом 1920 года на Всероссийском съезде селекционеров он выступил с докладом «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости». Для биологии открытие Вавилова значило то же, что периодическая система элементов Менделеева для химии. Участник съезда, известный агроном Тулайкин, сказал, что можно добавить к этому докладу. Не погибнет Россия, если у нее есть такие сыны, как Николай Иванович. Из письма Елене Ивановне Барулиной, 27 ноября 2020 года. Милый друг, мне кажется, что несмотря на склонность к увлечениям, к порывистости, я все же очень постоянен и тверд. Я слишком серьезно понимаю любовь.
Я действительно глубоко верю в науку, в ней цели жизни. И мне не жалко отдать жизнь ради хоть самого малого в науке. Вопрос о Петрограде решен определенно. Никаких колебаний относительно переезда у меня нет. Центральный государственный архив научно-технической документации. Это огромное хранилище событий, фактов и имен. Ярчайшее из которых – имя Николая Ивановича Вавилова. Каждый раз, когда берешь в руки эти документы, невольно приходишь к мысли о том, что они буквально действуют на тебя, как живой человек. И самое главное, понимаешь, что только они, эти документы, будут всегда самым совершенным и объективным свидетелем его жизни. Вот у меня в руках срочный циркуляр, подписанный Николаем Ивановичем Вавиловым 7 апреля 1928 года. Около 1 мая предполагается посещение Института падишахам Афганистана Аманулой. В срочном порядке организуется выставка по Афганистану. Прошу всех озаботиться немедленным приготовлением таблиц экспонатов по Афганистану. Необходимо ошарашить и мира. Надеюсь, не посрамим института. Просьба ко всем превзойти себя. Директор Николай Вавилов. 20 лет продолжался ленинградский период жизни Вавилова. В эти годы он создал Всесоюзный институт растениеводства, институт генетики. Организовал и возглавил Всесоюзную сельскохозяйственную академию. В 52 странах мира Вавилов собрал уникальную коллекцию культурных растений. На этой базе развернулась селекционная работа. Нужно было так преобразовать сельское хозяйство, чтобы накормить огромную страну. Труды Вавилова вывели советскую биологию и генетику на мировой уровень. Иоганну Ганновичу Эйхфельду, возглавлявшему полярное отделение Института растениеводства, он писал: «Помните, что вы полпред всесоюзного ныне, а в будущем Всемирного института растениеводства. На вас скоро будут смотреть с двух полюсов». Из выступления аспиранта Всесоюзного института растениеводства на конференции научных работников. Ленинград, 15 марта 1939 года. У нас есть желание работать в том направлении, которое указывает нам академик Лысенко, как передовой ученый нашей страны, выросший из народа. И мы его поддерживаем. По-моему, просто Вавилов не мог предполагать, куда это заведет. Первая работа Лысенко о стадийности развития, она совершенно верна. То есть и до сих пор это известно, что для того, чтобы озимая рожь заколосилась в первый год, ее нужно эровизировать. Это никто пока не отменял. Это не до него было известно? Нет, это он изучал это. И как раз Вавилов так. И он считал, что это, в общем, очень талантливая работа. Ну и все. На этом дело кончилось. Потом пошла переделка уже видов одни в другие. То есть это уже, в общем, и потом пошла уже каша такая, которая к науке не имеет никакого отношения. Молодым исследователям, они как бы склонны к некоторой научной романтике, им хочется скорее решить животрепещущие проблемы. Лысенко обещал такое решение, простое, не надо было, значит, много учиться, много работать. Этот момент тоже не надо, наверное, сбрасывать со счетов. Учиться тяжело. А по пути Вавилова идти было трудно, нужно было горы литературы ворочать, нужно было учиться работать. Года. Ленинград. Директору фанера Треста. Уважаемый товарищ, вами намечено сокращение лаборанта Ячевского, причем главным мотивом является его дворянское происхождение. Однако необходимо иметь в виду, что отец Ячевского был крупнейшим мировым ученым. По его руководством учатся советские студенты. Позволяю себе просить пересмотреть вопрос о сокращении Ячевского.
академик Вавилов. Николай Иванович сам знал 10 языков и требовал, чтобы мы знали обязательные языки. Вот он однажды получил книгу на японском языке, вызвал меня к себе. Я в это время занималась цветоводством. Передал мне эту книгу на японском языке о лилиях и сказал мне: вот вам книга, пожалуйста, сберите. Николай Иванович, я не знаю японского языка. Это ничего не значит. Разберитесь. Пришлось разбираться. Мы вместе с моей аспиранткой разобрались и пришли торжествующие к Николаю Ивановичу. Он был очень доволен и дал нам следующую книгу. Она была на датском языке. Я на него не могла смотреть как женщина. Не могла, потому что он для меня был просто святыней. Вот просто святыней. Так что о влюбленности в него речи не могло быть. Но мы его просто горячо любили, по-настоящему. И преданы были до конца. Над Вавиловым сгущаются тучи. В 1935 году внезапно отменено празднование 25-летия научной деятельности Николая Ивановича. А вскоре начались ожесточенные дискуссии по вопросам генетики и селекции. Атака на научные истины велась уже внутри Института растениеводства. Это была хорошо организованная травля. И возглавил ее Трофим Лысенко. По-моему, самое страшное в этой истории то, что монополизировалось одно направление в науке в ущерб всем остальным направлениям. По-моему, в науке этого делать нельзя, даже если само по себе направление имеет право на существование. Да, это звучит очень актуально именно сегодня. Все эти фокусы Лысенковщины — это вторичное явление. Если бы люди, выращивающие продукты питания, исходили из экономических критериев, если бы стали на основе экономических законов, то и Лысенко бы не смог продержаться. Ни для кого не секрет, что наши сорта пшеницы лучшие в мире. И в Канаде мы покупаем, если не собственные сорта, то уже их потомки, которые вошли в родословные канадских сортов. Так что вот вам пример. Наука себя оправдывает в своё существование. А то, что, оказывается, здесь нет критериев, что выгодно, что невыгодно, и можно было бы гноить, не знаю, миллионы гектаров колхозных полей в угоду этой самой яровизации, так это надо было на чем-то посчитать, нужно было иметь обратную связь, а ее нет. Автоматически прервалась связь времен. Школы были уничтожены. Это самое страшное, потому что все-таки в науке важны школы, преемственность взглядов, даже, так сказать, анти, даже споры, дискуссии, так сказать, опровержение каких-то предшествующих взглядов. Для этого надо, чтобы они где-то были, чтобы было с чем спорить. Оказалось, просто пустое место. Из выступления Вавилова на конференции научных работников. 15 марта 1939 года. Ленинград. Академик Лысенко предполагает, что он будет выводить сорта. Мы пока таких сортов не видели. Это у нас больное место на сегодняшний день. Говорю вам по долгу гражданина и научного работника. Позиция ВИРа – это позиция современной мировой науки. До последних сил будем следить за передовой мировой наукой. Пойдем на костер. Будем гореть. Но от своих убеждений не откажемся. Она ведь не злободневна во все века. Спаси Господи, чтобы снова такая ситуация возникла. Но если возникнет, опять будет категория людей, которые пойдут на костер за науку. Будет категория людей, которые, так сказать, живут не служением науки, а ходят на службу в науке. Таких, увы, большинство. Из письма доктору биологических наук Синской, 19 мая 1939 года. Только что закончилась перепалка по поводу отчета и плана Института генетики. Произошло классическое расщепление, 3-1. Из 4 официальных рецензентов 3 были за полное принятие плана и одобрение всей работы,
а четвертый, Лысенко, не принял и не одобрил ни плана, ни отчета на том основании, что они ему мало понятны. Это, собственно, единственный довод. Понять нам друг друга действительно трудно. В Майкопе буду около 5 июля. Настроение бодрое, боевое. Привет, ваш Вавилов. Вавилов был арестован в августе 40-го года во время экспедиции на Западную Украину. Это последняя фотография, снята за несколько дней до ареста. Когда это случилось, то мы с матерью были на квартире для сотрудников Пушкинской опытной станции «Вера», значит, в Пушкине. И приехала машина, и мать попросили ехать в Ленинград. И я думал, что мать не приедет обратно. Это были сотрудники НКВД. Но, к счастью, мать вернулась обратно. Наступили времена такие, когда родственников уже не брали. Жену Вавилова, Елену Ивановну Барулину, доктора наук, уволили с работы. Она была вынуждена уехать с сыном в Саратов. Голодая и бедствуя, она отправляла продуктовые посылки в Москву, в Бутырскую тюрьму. И не знала, что Николай Иванович находится рядом, в саратовской тюрьме. Из письма к Берии. 25 апреля 42 года. Саратов, тюрьма номер 1, НКВД. Мне 54 года. Имея большой опыт и знания в области растениеводства, я был бы счастлив отдать себя полностью моей родине, умереть за полезной работой для моей страны. Прошу и умоляю вас о смягчении моей участи. Н. Вавилов. Здесь, в тюремной камере, произошла встреча Николая Ивановича Вавилова и Павла Александровича Земяхина. В 30-е годы Земяхин учился в Ленинграде на курсах, которыми руководил Вавилов. Вскоре стали раздавать нам обед, а я через кормушку. Я взял кусок хлеба, миску, щей тюремных, подаю Николаю Ивановичу. Николай Иванович так взял. Запомни, Павлуша, человек, как и посуда, должны быть чисты снаружи и снутри. Простите, Николай Иванович, не было воды, чтобы сполоснуть. Я знаю, милый, запомни это. Николай Иванович Вавилов умер от истощения 26 января 1943 года. Он был погребен в общей могиле. Столетие со дня рождения Николая Ивановича Вавилова по решению ЮНЕСКО широко отмечалось научной общественностью во всем мире. Выдающимся ученым. И мне кажется, что вот научные позиции Вавилова, вот они, может быть, в какой-то степени более ценны для нашего времени, чем его конкретные научные достижения. Фундаментальное отношение к науке, которое через все вавиловские работы проходит, к науке как пути познавания истины, которая не продается, которая имеет собственную ценность, вот это, по-моему, важно для любого исследователя и в наше время. Из выступления Вавилова на конференции аспирантов. 5 января 1938 года. Мы ждем, что, закончив аспирантуру, вы по своему разделу стоите на глобусе. Что такое глобус? Это знание уровня науки, методов и динамики научного творчества. Если вы пришли в науку, то обречены работать над собой до гробовой доски.